Ну а накануне тюменские ветераны побывали на праздничном приеме у губернатора области Владимира Якушева. В зале ДК «Нефтяник» собрались участники Великой Отечественной, труженики тыла, представители общественных организаций. Алексей Вяткин побывал на встрече и услышал истории фронтовиков. Этот день Победы Борис Мишатин, как обычно, встречает не дома. Он ушел на фронт в 15 лет, служил юнгой на Тихоокеанском флоте. Ветеран никогда не забудет свой последний день войны, когда едва не погиб. Борис Мишатин спас жизнь капитану, прикрыв его собой. Я открываю дверь, и в это время автоматная очередь. Я сшибаю его с ног, он падает. Потом матросы туда заскакивают, убирают, значит, того стреляющего японца. Он встает и говорит: «Мальчик, ты мне жизнь спас». Вернулся домой Мишатин с орденами и медалями. И таких героев в зале было немало. У каждого своя история, которая нашла отражение в многочисленных наградах на ветеранских пиджаках. Сегодня мы собрались здесь, чтобы сказать слова благодарности нашим ветеранам. Чтобы отдать дань глубокого уважения всем, кто ценой неимоверных усилий в самой жестокой битве 20-го столетия выстоял и победил. Губернатор вручил благодарственные письма ветеранским организациям области. А для самих виновников торжества прозвучали старые хиты. Зрители не скрывали своих эмоций и подпевали артистам. Ощущение, которое словно сложно описать словами. Здесь душа поет. Вы понимаете? Душа. Я рад за все. Рад за ту заботу, которая оказывается нам, участникам войны. Мы обеспечены. У нас нет забот. Ни о чем. Этот День Победы встречали не со слезами на глазах, а с улыбкой. 71-ю годовщину продолжат праздновать уже 9 мая на центральной площади города. Алексей Вяткин, Сергей Кондаков. Тюменское время.